В период чрезвычайной ситуации продолжается подача заявки на оплату коммунальной услуги в размере 15 тысяч тенге. В этом направлении в Жамбылской области проводится интенсивная работа. Принимаются срочные меры по созданию колл-центров и информационных ресурсов для приема заявок. Основная цель является оказание помощи людям, которым необходима поддержка государства во время карантина. В настоящее время на территории области продолжается подача заявок на финансовую помощь в целях погашения коммунальных платежей. Данные средства предназначены для определенных категорий людей. В этот список входят инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также семьи, воспитывающие детей инвалидов, многодетные семьи, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, и семьи людей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Средства предусмотрены для 119 тысяч человек, принадлежащих к этим семи категориям. Однако в регионе число заявителей составляет всего 39 296 человек. На эти цели из бюджета выделено 3 миллиарда 570 миллионов тенге. На сегодняшний день исполнительные органы проводят разъяснительную работу среди населения, так как все жители, относящиеся к этим категориям, должны быть грамотно проинформированы, и всем необходимо своевременно подать заявки. Сегодня, чтобы получить эти средства, нет необходимости посещать учреждения и стоять в очередях. Для этого достаточно обратиться в специальные колл-центры по телефонам 94 11 63 94 11 64 или через сайт khamkhor-taraz.kz. Наш центр продолжает свою работу в этом направлении. На сегодняшний день поступило заявок от 18 226 жителей. Из них всего лишь 5 126 относятся к этим семи категориям. Напомним, колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера, а в субботу с 9 утра до часу дня. Виктория Трегубова, Бекзатхан Андасбек, 77 News.